Этернити готов? Нет, уже нельзя отходить. Уже сбивайте колчеданы пока. Погодите, я начну, я повешу на него этот проклятие. Давай, рост и значит, садись в машину. Колчеданы сбейте, но... Все. Рост не влияет, он, а мне метка, я не смогу сбить первый каст. Фристайл сбивает, если не сбивает, это ГП. Бля, ну не стейте тачки, вот. Кроме фристайла, возле них никто не стоит. Черный лимон, отойди, ты получаешь. Видишь? Фристайл, это какой каст должен был сбивать? Все, отлично. Сбил. Подбирай козик. Черный лимон, сейчас ты будешь сбивать каст. Надеюсь, ты знаешь, как это делать. Электрический шок называется. А мне снова босс. Я не могу сбивать косты. Ты же хотел сбивать косты, сукин сын. На мне босс, я не могу ничего поделать. Ой, четверку за четверку. И возьми колчедан. Колчедан. Второй босс подъезжает. Колчедан. У меня 0, блядь, почему-то. Алло. Почему только, кстати, 4 дебафа, должно быть 5. То разрушителя в местах. Ну чё, укуренный. Здесь чекай. Поднимай колчедан из Селена. Марина есть. Подбирай. Убегайте от красных лучей. Класса, поднимай колчедан. Посмотри, мы там возле этих, возле дверей. Подбирай колчедан, Селена. Далеко один. Чуть-чуть. Масап, подбирай, если что не надо. Отойдите от красного круга. Объезжайте. Чё, один? Всё, уезжайте. Подбирай колчедан. Из синих лучей, езжайте, ускоряйтесь. Подбирай масап колчедан и... Да, ускоряй меня сейчас. Еще раз. Ну, ускоряйся. Тут лучше троечку. Ускоряй. Подбирай колчеданы. Давай, ускоряй. И подбирай колчеданы. Бегаем. Вот, подбирай колчеданы. Еще один давай. Подбирай колчеданы, Васа. Ускоряй, троечка там. Че, Селен? Убирай. Давай скорее, Селена, скорее меня, сейчас мы, блин. Подбирай вас, ой. Надо колчедан, убери его. Скорее. Блин, надо искать колчедан, Селена. Вот подбирай там. Вот он там есть. А его забрали. Блять, у нас колчеданов нет. И подбирай сразу. Вот там есть. Пиздарики нам, походу. Ну да, блядь. Может тупить, сука. Ах. Дернитис кашет. И оно вылетело. Короче, это бывает. Давай упадем. Давайте кто-то постреляет, я потягаю. Есть кто-то свободный? Ой, я постреляю. Какой тип у тебя? Мороз. Ага. С Войдом, короче, сяду тягать полчуда. Подъедем. Ладно, сейчас было 4 разрушителя только. Да по дамагу, ну да. Вон фортуну платит, да, он хочет. Кстати, вы сразу десятку набрали, вот эту, ну, типа сразу набрали десятку стаков, а потом, ну, да. Чтобы не спало, да? Сначала ты побыстрее десятку копишь, а потом уже начинаешь вот это вот 2-1-1, 2-1-1.
Так нужно бить только двойкой. Если сидит в пушке нормальный человек, который собирает колчеданы и разбивает колчеданы, вы тогда нанесете больше урона. Бля, если бить только двойкой, то колчеданов не хватит до конца боя. Хватит. Понятно, черный список. Давай, удачи. На варме не хватало, а тут, видимо, не хватает, потому что это циркуль. Может, потому что здесь колчеданов не так много. Потому что это, наверное, циркуль. Ну, если, конечно, было бы ящиков 50, я бы не нажимал единить. Ты стреляешь или таскаешь? Я таскаю. Ну, давай. Садитесь опять в машины, как сидели, там только Мараксус сядь к Войду. Или наоборот. Ну, позвай, будет, я стреляю. Че, бой повесился? Это маяк загрел, наверное. Сейчас бы маяк агрить. Кто-то там сзади, он едет. Черный лимон, Селена, посмотрите, там не бегут мобы нигде. Систан, встанешь? Бегут, охуенно. Да. Ну так лети. Крести меня вот тут. Придется ехать. Идите, убейте маяк. Селена, приеду. Такая сложная. Бой. Мраксус, выйди, да, я тебя буду. Вот второе. Давай, садись. И что, бойтесь, да? Да, он в инвизе мне сразу повесил. Поехали, там надо убить маяк какой-то. Возле маяка стойте, где мобы выходят. Дим, садись. Я уже сел. Нет, Джерри. Тут, короче, который в центре. Бегите это ко мне. Не, ну зачем ты заезжал в центр агрила маяк? С или... какого они идут, покажите нам. Ну, где? Я в центре не заезжала, вроде по краю ехала, может быть как-то цепануло. Вот с этого, вон на карте, смотрите, я тыкну. А, ну блядь, ладно. Пятичасовая льда возвращается. Вот из-за этого маяка не идут. О, Лиран нажал. Может повысится шанс убить. Там еще трофейная с одной машины еще нормально дамажит. Так, вот здесь не идут больше. Чиниться можно, нет? Все, бой пропал нормально. Это Свена, садись. Сейчас, представляю, как вас бесит, когда офигенно знаешь инст, а кто-то его знает не офигенно. Да, наверное, это, бесит, что бесит. Всем привет. На молекулы разобрать. А, Олег. Просто, не знаю, умножить на ноль этих людей хочется. Да серьезно, не знаю. Если бы вы все в компьютерном клубе играли, я не знаю, что бы произошло бы. Эти убийства какое-то массовое произошло бы. Чего? Уборки в Маниле, блин. О боже. Этот шедевральный фильм. Короче, без понятия, где эти маяки, я бегу, облизывая стенку просто по краю. Как обычно, ты просто перенервничала. Все нормально. А чиниться можно, нет? Да, одну. Как хочешь. Чу. Как лама бутылки? Это куда спиздил? Нельзя, ничего страшного, с кем не бывает. Попробуем еще разок убить. Олег, ты куда спиздил мою тачку? Твоя. Хватит вещи. В смысле не твоя, это моя. Почему? Ну это моя тачка. А почему 4 разрушителя? Вон, Джесс пиздил твою тачку. Это блин. Что, Джесс, у нас тачку угнали, да? Да вообще, Джесс, давай сваливай отсюда, во. Давай, садись, Селена. Я тебя покатаю. Садитесь в осадки. Давай, на пассажирское. А там Джесс сидит? Джесс, уйди отсюда. Что? На коленки посадишь? Кого? Меня. Зачем? Ну да, нет. Ты смотрел фильм «Пидоры говорят нет»? Да.
всегда говорит да. Пидора еда. Твоя? Самогона. Самогон, звонила твоя мама со школы. Ой, точнее, директор со школы. Сказал, что ты обосрался. Бля, это разве смешно было? Да нет. Ну, просто Войт фанат Бибопа, походу, он смеется над каждым его словом. Да. Войт. Да, Слайд? Хуяли. Так, все готовы, Джерри, нет, ходи. Той, какой готов? Джесс, сваливай, нам уже садиться надо. Джерри, ты готов? Той, мы не готовы, Джесс, уйди с моей машины. Мы тоже не готовы. Ну ебану просто, походу. Колчедана, сбивай Войт. Джесс, уйди с разрушителя. Бля, сейчас бы на Леофане час сидеть, пиздец. Сейчас бы давай трос, когда он не апает машинам, ничего. Тлен, садись. Колчедана, сбивай. Он ГКД снижает, ну. Оно ничего не снижает, говно. Снижает. Я Славик. Не снижает, я психопат. Слышал его грузинский акцент? Я пародировал тебя, Додик. Сталина пародировал, потом. Пришел, Дима? Просто Джерри, он и тут. Ладно, кралька, отходи, пока Джерри на ФКше 3 минуты. Рэл, я ФК 3 минуты. Ну, если ты не придешь раньше Джерриона и Кральки, я это ГП. Сказал... А, точнее, я сказал на 3 минуты, но и Джессика 3 минуты. Народ, вопрос. А несколько колчеданов подряд подбирать, наверное, нет же смысла, да? Нет смысла, только один. Через... Почему Джерри у нас перед носом 4 штуки поднял прям подряд? Я тоже, кстати, не понял. Нафига вы сразу все колчеданы пиздите? Все 5. Потому что, блядь, неадекватные какие-то вы... Смотрите, а вот кто у вас сидит? Селена, ты сидишь на подбирании? Это 5 колчеданов. 5 колчеданов можно использовать за 5 секунд. Вот смотри, как делаешь. Ты берешь свой разрушитель в цель, сейчас возьми его, и запомни фокус его. Потому что так у тебя все время будет показываться 50 энергии. Вот там вот наверху слева, где он показан вообще, там всегда будет 50. А реальное значение энергии, оно будет у тебя в фокусе показываться. Один колчедан устанавливает 25 энергии. Так что, когда там твой водитель отстрелял 25, тогда подбираешь. Вот. Там то, что всегда было фул и не перекап, правильно? Там не показывается, не обязательно сколько фул, тратится но... энергия. Пассажир не видит, сколько тратит энергию водитель. Можно просто засекать. 25 энергии — это 5 выстрелов колчеданом. Один выстрел — это 1 ГКД, 1 секунда. То есть минимум 5 секунд. Ёбана в рот. Нажимаешь левой кнопкой мыши на машинку, это тем, кто колчедан тянет, запомнить цель и смотришь. Слава, ты слоупок. Что вы сказали? Я не знаю, что вы там мудрите, блядь. Да не, нифига, это багается, там показывается типа 50 энергии постоянно. Нет, нет, Олег, в фокусе показывается правильно, я же тебе говорю, если запомнить свою машину фокус, Олег, то всегда будет правильно. Знаешь, что такое фокус? Да это нереально. Это Дэвид Блейз там, который исполняет фокус типа. Чувствуешь палец у себя сзади. Люди не знают, как обходить маяки. А пришел нет, Джерри. Ну это не ее задача. Ее задача поджать колчеданы и все, избивать их. Дай ГП Джерриону. Да, сейчас дам ГП Джерриону. Сейчас буду давать ГП Джерриону. Возьму удар на себя. Дай мне ГП вместо Джерриона. Все равно потом скинешь его. Так не говори при всех. Могу сесть в машину. Нормальный чувак, он уныл там, умолял что-то. Лейк умолял меня сегодня в ВК, чтобы я ему исповедался. Охуенно. Молодец, да, Лейк. Простил грехи. Ну теперь можно садиться нормально. Я вместо Джерриона сяду. Не надо. Не-не-не. Так, я не пришел. Надо. Дима, блин, садись. Не садись. Выйдите из... Олег. Дим, вторая слева. Садись. Клон, пересаживайся. Не могу. Давай заново-то ребутайся.
Че, шкаф ставить? Да, ставьте шкаф, сманите его. Черные глаза, черные глаза. Четыре осколка осталось. Давайте тыкать. Давайте, еще пару траев, и я распускаю рейд. Ура! Можно сейчас его распустить? Два мультиски. Сейчас, подождите, релогну. Пока что мы никуда не пойдем, если ты распустишь. Да, нет. Да. Просто заебали уже меня. Это все. Заебали. О, да. Олег, мысли глобально, распускай гильдию. Не, ну... Ты ж собрал козырь. Понятное дело, как бы все равно. Ну, я захожу периодически, когда время да. есть. Я вижу, как ты заходишь. А чем ты занят в остальное время, Джесс? Лично. Кстати, мы нормально ДФБ сделали и... Но в Армении больше не ходим на больше, и больше не ходим в него. Все, давайте, садитесь в тачки все. Личная жизнь, все дела. Не-не, а сегодня там. У тебя нету личной жизни? Нет, сегодня меня отпустили. Рома, каблук. Сегодня сейчас начинаем трай, все, хватит. Сдайте эти фиги. Готовы? Сейчас бы закрывать. Ой, сбивай колчедан, блин. Басап, пилотарай, ПТМ, ставь геру, садись в точку. Все. Я вижу. Стакайте это дерьмо. О, вижу 5 стаков, отлично. Подбирай колчедан. Нет, рядом, Олег, подъедь. Я знаю, знаю, я слежу за энергией, все нормально. Чё он на месте стоит? Ты один подбирай, я потом скажу. Потому что я разгумазу тупо под него. Бери, там спереди есть. Подбираю, паса. Я скажу потом, когда подбирать. Олег, ты меня слышишь? Стой ровно, блядь. Подбирай. Давай, подбирай, там спереди. Ну-ка, сбейте, сбейте. Я промахнулся. Надо и сиди на колчедан взять. Вот, подбирай. Подбирай, васа. Почему я 4 баха, ё-моё, где 5-й? ШП на видосы был, Никита, чтобы не промазывать. Так, я поехал. Давай, там ещё есть. Васа, подбирай. Подбирай, подбирай, не подбирай ещё. Подбирай, Селена, эти два колчедана. Васа, ещё. Подбирай. Ускоряй. Подбирай опять. Я стакую. Подбирай. Сбивайте его. Подбирай, давай, подбирай. Это сверху, Селена, подбивай. Подбирай еще в углу. Ой, там, бери. Смена цели, смена цели. Внимательно. Бью там, Саня. Давай. Смотри, это фига колчеданов бери. Коса, подбирай, сбивайте каст. Еще подбираю васап. Смотрите, синий луч. Давай ускорялку, Селена. Так, васап, ускоряй сейчас. Еще отлично. Подбирай. Подбирай, Селена. Селена, подбирай. Едем от угла, едем от угла. Колчедан. Сзади есть, давай. Вон колчедан, много колчедан. Собирай. Караул, минус. Сейчас, сейчас, подожди. О, Селена, подбирай. Давай, Селена. Еще. Ускоряй, васап, ускоряй, фул энергия, ускоряй. Селена. Ты охренел? Ускоряй, ускоряй, Селена. Блин, стаки просрал. Огней не стоит. Осторожно, осторожно, огонь. Блин, Селена, ты два раза нажала там, походу. Давай еще один колчедан возьми. Вот этот, да. Блять, уже. Давай вот подбирай и давай ускорение, 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 троечка. Ускорение, Селена, ускорение, ускорение, ускорение. Вот впереди колчедан. Блять, красный круг, сука. Едь колчедан. Давай, Селена, стреляй сверху, пытайся ищи колчедан, я нигде не вижу. Ладно, давай еще тут колчедан. Впереди на нас просто едет этот хер, левее пал. Вон под дверью. Ящиков с колчеданом нет. А. Вот, сверху Селена колчедан, сверху Селена колчедан. Да вон 4, под зеленым лучиком. Да подбивай их. Вот, я вижу, давай, еще сверху. Ой, давай ускорялку, ускорялку, сейчас нас зажарит. Давай, давай, давай. Фу, тут давай, Марина, подбирай кучу тут этих колчеданов появилось.
И так даю. Ну, Селена, давай сейчас тут подбирай колчеданы. Давай, жми двоечку, троечку. Давай, 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 давай. Ехать отсюда надо. Поехали. Блин, еще. Я уже. Олег, возле стенки. Давай еще двоечку, Селена. Блять, нам пизда, нас тут и мобы, все зажал. Бля, давай, Селена. Два раза умоляю. Да, смотри. Сука, одного зафилил хотя бы. Подъедь к краю, там есть колчедан. Давай, Селена, еще ускорял. Тут потом. Едет этот хрен. На мне защитники, два луча. Не достану. Там за стенкой есть, Олег. Это все срак. Кстати, ништяк, правда, заполненная цель показывает, сколько энергии. Так, 30 млн уже лучше. Монархус. Я просрал один раз. Я тоже. Там просто как-то сложно было. Почему нет пятого разрушителя? Потому что не стакал опять. Ну, Дилос, он пятый. Не у всех просто показывает, я был далеко и далеко стакал. ДБМ может не показывать. Ой, ДБМ, скада может не показывать. Слушайте, а жриц ПД, кто еще на чопперах? Я. Ты разливаешь мазут под мобов? Конечно. Видел только одного моба с мазутом. Я изначально босса заставил мазуться. Черные глаза. Фристайл, а че ты лежишь опять? Дуба горест, я просто угрызаться буду. Сейчас, подожди, давай тебе может... Слушай, дайте мамонта, кто там сел. Чё ты говоришь? Может ГП кинуть тебе за это? За что? За то, что я жду, пока меня резнут? Ну да, типа все бегут, а ты стоишь, сидишь, ты с ним ничего не делаешь. Типа новые правила? Да нет, это не правило. Вдруг у него компьютер слабый, если он начнет резаться, то у него будет лагать. Об этом не подумал. Черные глаза, самогон ты можешь петь, да? Да. Поэтому тебя не любят. Тыкайте. Да нет, я просто отходил на самом деле. Дим, ты не в машине еще? Нет. Как вам досадить? Как в машине. Олег, тыкни. Как? Слышишь, Лан, ты не хочешь косты позбивать, а я щиточки нормально пораскидываю. Я? Не, клону. Да с тобой-то все понятно. Че их там стакать, это так трудно, что ли? Да. Да. Если ты Диму заберешь, то кто будет со мной стакать? Давайте быстро рассаживаемся и травим дальше. Клон, ты будешь сбивать косты? Да. О, нет, я этот буду щит прожимать. Ну ты плохо ты влезаешь. Я тебе же написал, что у меня эти, как вы были, кадры. Это фло... А можешь мне другого человека в пушку, пожалуйста? Знаешь, опять забагался? Псих, ты не он, значит. Тыкните на сумму. У меня эти были кадры. Можно мне самогона в пушку? Пойду лучше нахуй в эту, в ППГшку, я ебал. Давай, дальше. Все здесь. Я подожди, чекну. Куда ты ливнул? ППГ. ГП, наверное. Сейчас мы ППГ. Это точно ГП, блин. Бля, нахуя страдать хуйнёй? Так. Представила, садись ко мне в пушку.
Сейчас РЛ скажет, что мне надо сесть в пешку. Это форсаж. Чувствую, что это будет долгая льда. Ладно, я могу и один посидеть в этой пушке, покидать самому себе щиты, это не так уж и трудно. Это же последний трай получается. Да, может будет трай. После этого, а или нельзя уже запустить не этого, не орбитафию, а просто. Что ты делаешь? Голова крутится. Знаешь, как мы делали, короче, на Вармене? У нас было 4 пушки по разным углам, 4 чопера по разным углам, одна пушка сбивала косты, чтобы не дамажило трофейки. Изи тактика. А чё, дискон? Нет, я забанили. А у него было больше хп? Да, у него, ну там на сколько процентов, я уже забыл, хп было больше. Приколи, мы убивали его на орбитафе. 4,6 ГГС. Так, какая разница, какой гир на Леофане лох? Там хп у машин больше, чем больше ГС. На дуре? Да. Пошли, шуманем. Проверим, я сниму шмотку. Да, сними весь шмот и сядь пушку. Это не было реализовано. Чего? Это уже в следующих патчах сделали только. Но на личе характеристики пушек не зависят от шмота. Я про Вармейн говорю, я не про циркуль. Я тебе говорю про ОФ. На ОФе не было этого. Я это на ОФе был... не играл. Это либо в катаклизме, либо выше сделали. Вармейн. Такая же помойка, как и циркл. Чуть получше работает. Ну, давайте бить. Такая же помойка. Да, где просто? А нет, да, даже работал. Да, он поменял тело и на столько хп. Почему мои пушки кралика теперь сидит? Почему я один пушки? Леголас, в РК зашел? Леголас. Садись в машину, как и блинку. Да, Леголас, ты, короче, сбиваешь косты. А я вешу щиточки. О, хорош, позбивали. Само оборачивается просто. Еще чуть-чуть, и мы высадимся у... Стой. Берегитесь, к вам что-то приближается. Леголас, иди сюда. Давай его убьем. Он бежит за мной. Леголас, иди к шкафу. К шкафу. Нет, шкаф сзади. Развернись. Молодец, беги. О, видишь, я еду. Я кручусь, видишь, я кручусь. Вот, теперь садись. Ты, походу, сел раньше, поэтому тебе нужно релогнуться. Давай, релогайся, удачи. РЛ, вы тут? Чё ты хочешь? А почему кто там клону не дали ГП за то, что он ливнул с рейда? Ты хочешь справедливости? Да, я желаю справедливости. Давай, сейчас, секунду. А у нас же это выпрашивание другому ГП, карается ГП. Нормально. Спасибо. А другому ГП будет, не? Двум уёбкам, которые потроллили его в РК, будет все. Спасибо. А мне за что ГП, я сейчас вот не понял. Ты посмеялся насчет кадров его. И что, это вот по-твоему троллинг, что ли? Это справедливость, по его мнению. Ну типа, за что ты мне начислил ГП, за то, что я посмеялся? Блядь, закройте свои ебало, ладно? Сука, и молчите. Блять, ты такой конченый бибоп, пиздец. Заткнись. А если я ливну с рейда, ты мне не накинешь ГП, получается? Я могу вам сейчас скикнуть нахуй вообще с гильдии. Заебали тролли, долбоебы. Потом что-то умничаете. Клоуны ебаные. Будет ли ГП, будет ГП. Черный лимон, ты готов? Ну, даже не представляешь, какой это.
Слушай, ты можешь действительно так и сделать? Кто-то без тачек остался еще? Погоди, да я проклятие полежу. Сейчас, подожди, я попробую просто ударить в стенку. Он должен выйти, по идее. Так вот он стоит. Кто запустил босса опять? Масап, садись, я вылез. Нет, все нормально. Подбирай колчедан, Селена. Не, все нормально. Подбирай колчедан. Терпа, Селена. Не подъезжай близко, Леголас, не подъезжай к этой машине, ты что, псих? Масап, один подбери. Сбивайте каст. Черный раунд. Мой каст, электрический шок быстрее. Отъезжай теперь. Куда ты, мутант, идешь? Я смотри, я спидмарин, убери и все. Масап, один подбери. Сейчас мы подъедем. Вон сверху колчедана еще. Подбей их тоже. И возьми тот колчедан вон. Вот. Возьми. Лена, стаки. И еще давай. Баса подбирай один. Эй, попал. И еще один. И все, пока не надо. В углах не забирайтесь, только когда пойдет лед. Давай еще колчеданы. Так, подбирай его сам. И еще один давай, вон спереди. Все, пока не надо. Впереди. Надо ехать в точку. Уезжай от лучей, да глаз, от лучей уезжай. Ты ускорялку быстрее. Селена. Два, подбирай. Давай, подбирай колчеданы. Вон колчеданов тут. Хоровой. Уезжает Левиафана, жми тройку. Второй, боже мой, не заезжай в красные лучи. Карвул, мы умираем. Масса, подбирай. Подбирай колчеданы. Ускоряйся. А не надо. Возьми там тройку. Не подбирай сразу. Давай ускорялку, Селена. Попробуй ускорялку, вон. Давай подбирай колчеданы, Селена, вон колчедан. Блять, спиздили. Вон, сейчас колчедан возьмем, вон спереди колчедан, возьми. Дрейфуй. Ничего, Олег. Да я вижу. Блять, давай, смогу. У нас уже нет колчедана, уже есть, там есть в конце. И тут защитник нас фигачит, гандон. А там впереди, бери. Давай колчедан, это, бля, не ну, вот колчедан спереди. Возьми, смотри, колчедан. Вот еще колчедан, давай возьмем. И еще один возьмем. Давай, ускорение. А, черт. Никак. Бля, отрезает, падла. Бля, он на нас начал преследовать, что? Ускоряй. Так, падла. Я стаки не стерял. Блин, вы с пула вязайте двоечку. Пока там без лучей можно повязать колчедан. Когда их много.
Коня такого взяла. Купила, где же вы еще возьмешь? Короче. Сейчас бы коня и покупать. Ну, он не выбивается в игре, нет, только донат. Я про это и говорю, сейчас бы коня и на цирку бы покупать. Ну, если она богатая. Чего не купить? Не, я не богатая, я никогда ничего не закидываю, просто да ладно, когда давали 300 знаете. Бонусов. На шмот я ни один ни в жизни не донатила. Вот коня да, купила на бонусы, донатил. Которые нам закидывали за лаги какие-то. Злой донатил Талик. Самогон донатил щупальца. Чешка с собачки задонатил, ну ладно. 100 рублей на Геру не хватило. Какая там разница, 20 рублей? А вообще самогон лучше не говорить со мной ничего, а тут мало ли нам двоим опять ГП кинут. За троллинг? Да, друг друга. Илонас, иди сюда, последняя машина. Не-не-не, в другую сторону, братишка. Подожди, вон, видишь, я сел в нее. Нет. Вот, стой, только не садись. Босс еще не вышел, да? Вот теперь садись. Сейчас выйдет босс. Или с машины исчезнет. Вряд ли. Кажется, что если вот сейчас, пока он не закончил говорить и босс еще не вышел поехать вперед, то как раз тогда выкинет. Так, вот он нормально реснулся. Ну ты Селен, пока их не подбиваю лучше. Пускайте два лежат. Айкен блин готов? Засекаем, как перед носом Джерин подбежит и заберет. Мараксус, ты готов? Да, он это может. Все, тогда пуляйте. Мараксус. Леголас, убегай. Стакайте быстрее. У кого там один колчедан стака? Стакайте. Кого у тебя, Арина, я же в потлете вижу. Это вот, да, два. Подбирай. Олег, подъедь. В углу там, да. Да не надо, нормально, я скажу. Сейчас там забирай. Все, к другим едь уже. Васап, сейчас забирай. Сразу две штуки, все. Давай, иди, да. Зачем ты ускоряешь? Не ускоряй. Блять. Вот сзади тащи его. Улучшает лица, лица улучшает его. Васа подбирай. Члена поднимай. Ой, Марина, сзади там есть. Сейчас будет каст, забивай кастли колос. Лена, подбирай. Васа, подбирай. Одну штуку. Подбирайся, Лена. Марина, я, короче, еду задом, потому что он нас преследует и бью в это время. Сдайте каст, а ты подбирай, короче, да.
Все, короче. Ускоряйся, 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 ускоряйся. Лена подбирает. Ну, и бери колчедан. Лена подбирает ускорялку. Давай еще подбирай. Давай, бери колчедан и опять. Подбирай. Могу не заезжали голосом. Еще бери колчедан. Масло подбираем. На что, перекиньте масло кто-нибудь под меня. Вот Селена подбирай, молодец. Чудо, давай еще ускорялку, еще ускорялку, еще ускорялку. И Селена подбирай, вот подбирай. Видишь тут? У пиздарики. Фух, еле успел. Слева, Дим. Колчедан, я вижу, вот колчедан тот спереди. Ускоряй. Сейчас мы поищем. Так. Блять. Тут сразу три в центре, бери. Вон, Селена, забирай, быстрее забирай. Не дай им певчему задрать. Давай ускорялку. Ускорялку за нами лучше летит. Давай, давай, давай. Певчи. Вот, Селена, еще подбирай. Сколько не вгонь. Еще одну ускорялку. Едет, но это рано. Вот, вот, подбирай, подбирай. Тут. И жми ускорение, ускорение, ускорение. Троечку, троечку. Стакаю пока. Дал еще косту, поехал еще колчеданом. Объезжай огонь, сука. Объезжай лучше, объезжай. Давай, Селена, подбирай, подбирай. И ускорялку. Быстро. Да, вытащи, вытащи колчедан. Селена, подбирай, подбирай. Бля, Селена не подобрала, это плохо. А, не подобрала, молодец. Олег, вон. Ты не ускоряй, зачем ты ускоряешь? Нет, колчедан. 10 лямов. Пока растут, вы тянется. Ускорее, Селена, ускорее. Вы его сейчас выиграете. Или нет? 10 лямов. 9. Бля, Селена, 8. Надо как-то. Кастует, хуярьте его, хуярьте, кастует, 7 лямов. Селена, ебашь его нахуй. Да все, да, ну, да все, да. Сейчас надо было на друида. БР давай нахуй. Козырь, короче, не ускоряй ты так часто, там куча энергии просто сливается из-за этого. Ты ускоряешь только в том случае, если он уже прям совсем вплотную к нам подошел, и все. Вот только в этом случае. Или если видишь, что синий луч нас уже начинает догонять. Ну сейчас точно убьем. Возможно. Там одна и пушка хорошо, видел, заморозилась. Прям, если б одна машина бы сейчас не заморозилась, мы бы убили. А кто лучше Дилваса может стакать? Дилваса всегда меньше. Сейчас вот. Сейчас там фак. Давайте поменяется вот этот вот пятый дамагер наш Дилвас. Пусть вместо него кто-то другой стакает, кто лучше стакает. Это, конечно, зависит от того, на ком агро, блять, но. Может кто-то больше просто даст, и мы эти 10 лямов добьем. То есть ты считаешь, что во мне проблема была, да? Ну я не знаю, ну блять, я не знаю, может на тебе агро было часто, я не видел просто. У тебя 45 лямов, у остальных там, блять, миллиарды нахуй. Вот, пока два раза на меня кидался Левиафан, два раза. Я ехал задом с Мариной и стрелял все это время. Можно спокойно, если тебя преследует, он стрелять, только надо далеко стоять изначально, а не вплотную на разрушителе к нему подъезжать, как не знаю кто. На разрушителе ехать, когда он... Мы всегда сидим, смотри на пушку, я тут на коне. Не, я тоже, когда на меня движется босс, я поворачиваюсь, один раз кастанул, поехал дальше. Прошло 5 секунд, кастанул, еще раз поехал дальше от босса. Ой, где? Садись, Симон. Ой, кастанул, леглаз. Боба, вон, самое... Давай, садись на эту пушку. Не поняла. Где что, бля?
Кстати, констатирую, заполненная цель отлично показывает, ничего не багается. Так, все готовы. Погнали. Ты как чудан на меня. Иди там, шаман бежит в задницу в какой-то дом. Подожди. А, да, агрим. Залезай. Так, Марина. Ты должен вешать проклятие красноязычие. Если надо вешать проклятие на 13% СПД. Ну да ладно. Повесить. Я думал, проклятие надо на кассу. Тебе нужен колчедан. Вот этот подбирай быстро. Быстро подбери колчедан, бля, сейчас так испадут, не пиздарики. А будет ЕП за то, что я наблюдателем? Нет. Типа, а ГП будет? Телена справа сверху колчедана. Там, короче, время спереди бери. Олег, подъезжай уже к кому-то. Пока не ускоряй, подожди. Так, все нормально, я одиничку, два раза двоечку. Не, нету сейчас. Поблизости подобрать что. Селена, давайте. Справа сверху колчедана, вот там еще дофига. Давай, давай, Селена, подбираем, мне колчедана к ноги. Собирай. Еще один. Понял. Спереди есть и сбоку. Как раз будет, собьешь ли глаз. Подгонь к боссу, только еще не совсем пор. Босса, колчеданы. Кстати, один колчедан. А черный лучше оставай. Вот еще колчеданы впереди. Подбирайся, что их. О, давай сбивай. Ноги пока хватает. Васап можешь поднять одну. Подбирай, подбирай, Селена. Громы далеко наводили, как всегда, заднюю передачу, а тут огонь. Короче, давай ускоряй двоечку и там бери колчедан вот спереди. Видишь, куда я еду? Отлично. Нету колчедана. А, не жалко. Все, я понял. И вот там спереди есть еще колчедан. Ускорял к себе, на, сейчас мы... Повезло. Давай, сбивай двойку. Хорош. Нет, в красный луч не заезжай. Караул, беда. Прощай, Николас. Ой, стой, жди, потом нападет. Тут спереди, там возле огня. Надо проехать. А, прощай, Джерин. Стой тут, Николас. Ускоряй. Двоечка. Ускорялку. Все, едь. И подбираем. Ускорялку, Селена, ускорялку, сейчас нас убьет. Все, давай ускоряем, Марина, ускоряй. Убивай твой. Проезжаем. Тебе нужен колчедан. Давай, идем направо. Тут налево поблизится, бери колчедан. Все, убьет. Да. Все, свой нам всем затащили. Вот, Джерин, мы тебя обогнали. О, ну поясок топовый. Тяжко. Димон, сейчас буду ехать по красным лужам. Так я заехал из-за того, что там было это. Били вообще что-то с тобой? Это все из-за проклятия сейчас было. Рейла, смысл мне было тебя предупреждать, если мне никакого поощрения не будет за это? Можно хотя бы самогону ГП снять? Не за себя говорю, за самогона. Это урон? Да. Я не такой. Забагался урон, Ну и конец свой Джерин тогда. Забагался. Не забагался. Давайте все на острокрыло попробуем пару волн поджарить этих мобов и потом забагаться. Сука. Петерн, ты спикаси в панк. Чё, хилов нету, спекаться в холебал? Кто им ходал? Ахил только отошла. Ракшас, тебе нужен этот поясок?
нас Эпхил, Джерион и Макси. Козырь. У нас тут три Иршама, я так смотрю. А, да, Джерион туда. Давайте здесь как? 5 минут посидим, пожарим, потом убьем босса. Чё, мне оставаться в Радрике или в Холипале? Ну, в Холипале можешь остаться, все равно я буду подбивать мобов. Этернити давай в протопала, мутан в БДК, Войд в протовара. Кому сколько осталось дворфов? Да, пусть посмотрит сколько, да, и все. 25 минут. АК 2 минуты. Это, а можно мне пока за другого чара зайти на пожарку? Пока тут люди АФК, что я зайду за ДК. Мне на него надо. Заходи. Yes. Что, АФК? Нет, сейчас запустим бусы. А что это они АФК? Бахните, пожалуйста, что-то по друидам. Там карточек. Балы, давали какие-то бафы? Кто раздавал прота? Кто из танков раздавал прота? Поставьте, пожалуйста, шкаф. Тихо, дай стол, пожалуйста.